Всем привет! Сегодня обзор ножа Pinel, но не простого, а кухонного. А вот нож Pinel. Да не просто, а кухонный. Да, эта французская компания выпускает не только складные ножи, но и кухонные. Причем выбор большой. Это нож с простой пластиковой рукояткой. Она крепится на двух заклепках, как и множество других небольших кухонных ножей. Название модели – Pinel номер 125. Пластик, кстати, для кухни не совсем плох. Там среда агрессивная, да и в посудомойку засунуть можно без риска. На сайте пластик, правда, обозначен как полиформальдегид, что для меня звучит просто ужасно. Пищевого мало, конечно, в этом слове. Клинок в рукоятке не на полную длину, сэкономили. Это не фулл танк. Но если брать в расчет длину клинка, то нагрузки вряд ли будут большими. Длина ножа 22 сантиметра, длина клинка 11 сантиметров. Логотип компании. Вес ножа всего 42 грамма. И заточка тут у клинка с микросерейтером. Вот такие небольшие зубчики. Конечно, подточить потом будет сложно. Скорее придется полностью перетачивать нож. Но если учитывать качество стали клинка из Sandvik 12C27, то делать это придется не скоро. Толщина клинка, наверное, миллиметра полтора. Ладно, наверное, порежу вот помидорку и лучок. Как-то так выходит. Мне нравится серейтер, кстати. Чувствуется при резе. И как-то это приятно ощущается. А теперь лучок. Поплакать надо будет. Лук тоже хорошо режется. Правда, продуктовый резчик из меня никудышный. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Но резать им прям ух как прикольно. В общем, такой вот нож от Pinel. Наверное, мне нужно взять на обзор нож побольше и порезать какие-нибудь длинные огурцы вдоль на ломтики и пожарить. Или iPhone проткнуть, например. Кстати, жена, увидев видео, что я монтирую, взяла у меня этот нож попробовать на кухне. И походу ей не нужен уже канадский траппер. Так что придется Сереже пошить таки на него ножны. А вернее нагреть и нагнуть из кайдекса. Но про это как-нибудь в следующий раз. Нож для обзора был предоставлен компанией Avant Market, официальным дистрибьютором Pinel в России. Такие дела. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. До новых волнующих встреч!